Всем привет! В этом видеоролике я хочу показать вам небольшой фрагмент геймплея из игры Партизаны 1941. Прошу учесть, что то, что я сегодня вам покажу, не финальный вариант игры, и в будущем многое может поменяться. По истории, наш небольшой отряд партизан прибыл на железнодорожный переезд недалеко от деревни Поспелого. Нам необходимо завладеть расписанием движения эшелонов для дальнейшего планирования диверсий. Для успешного скрытного прохождения нам нужно прокачать навыки для тихих убийств, один из которых это бросок ножа. У каждого персонажа предусмотрено свое личное дерево прокачки способностей, где мы можем выбирать, какой именно активный или пассивный навык нам нужен. Также, чтобы нас не обнаружили, лучше всего после убийства спрятать труп. У некоторых врагов мы будем находить нужные нам расходные материалы, оружие и многое другое. Как, например, здесь. Мы нашли неплохую немецкую винтовку, и лучше пользоваться ей, так как патронов к ней можно найти значительно больше. Крайне важно стараться не лезть на рожон и очень аккуратно выводить врагов из строя, чтобы в случае тревоги нас не убили. Нужно внимательно изучать местность и смотреть, по какому маршруту ходят патрули, чтобы вовремя провести успешную атаку. У поезда мы выполнили одно из заданий, а именно осмотреть ценный груз. Тут мы нашли отличный пистолет, пулемет ППШ и много патронов к нему, а также медицинский ящик, в котором лежат медикаменты, которые наверняка нам понадобятся. Очень важно отметить, что мы нашли реанимационный набор, который необходим в случае потери бойца. Он позволяет вернуть партизана обратно на поле боя, если тот находится в бессознательном состоянии.
Мы зачистили всю территорию у железной дороги, и нам осталось самое сложное – добыть расписание эшелонов. Оно хорошо охраняется, поэтому нам будет нужно подготовиться. В лоб одолеть всех врагов у нас не получится, поэтому нужно занять выгодные позиции и напасть внезапно. Без сильных травм не обошлось, поэтому придется использовать реанимационный набор. Задача выполнена. Осталось осмотреть все ящики и трупы, и можно двигаться на базу. Всем спасибо за просмотр и до скорой связи!